Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби-герои. Задание за зомби мы с вами продолжаем. Вкус зомби. Так, зубастизила у нас здесь. Так, я попробую, наверное, все-таки начать играть за разгрома. Хотя некоторые подписчики спросили, почему ты не играешь за мозг-атаку и за зубастизилу. Ну, потому что пока у меня нет для них нормальных карт. Слушай-ка, ну, в принципе, неплохо. Давай-ка вот эту карту заменим. Эту, наверное, тоже. Вот, отлично. Вот я не знаю, стоит ли нам убирать. Наверное, я оставлю зомбобота. Потому что может пригодиться нам. Как говорится, нарочно ты его фиг достанешь. Пускай лучше с самого начала будет лежать у нас в руке. Так, во время этого хода плюс один. То есть три в лицо мы с тобой уже получаем. И это плохо. Ну, с помощью призрака мы сейчас от него избавимся. С помощью нашего любимого призрака. Так, давай-ка мы его уберем отсюда. Так, но тем не менее. Опять? Так, он еще вытягивает две карты. То есть уже 6 в лицо, да? Мы с тобой получили. Это плохо. Это меня совсем не устраивает. Так, у нас с тобой медик появился, то есть мы сможем хильнуться. Ой-ой-ой, вот это плохо. Так, он у нас будет расти, да? Он будет выставлять растения, он будет у нас повышаться, вот этот вот чудило. Так, что мы с тобой можем сделать? Мы, в принципе, можем его сразу уничтожить. Но это будет немножко позже. Так, во-первых, надо хильнуться. Надо нам с тобой хильнуться. Пока не поздно. Он сейчас будет, естественно, кого-то здесь выставлять. Этот будет... Ага, этот со мной 4-3, да? Так, 5-4. Ага. Слушай, зачем он сюда позвал два двойных подсолнуха? Что он там затеял? Ну, явно что-то недоброе. Явно что-то недоброе. Так, смотри. Воу-воу-воу-воу. Чувствую, сейчас какая-то лего прилетит. Чувствую, какая-то лего сейчас будет. Так, давай, наверное... Зачем я так сделал? Чё-то я не то, ребята, сделал. Ёлки-палки, надо было сюда выставлять и эти. Ну, с одной стороны, избавимся от подсолнуха. Да, Макс, я занят сейчас. Чё-то мне совсем это не нравится. 7-3. Смотри, он одними подсолнухами тут меня... тихо. Погоди, что делаем-то тогда? Я даже не знаю. Ну давай я... Блин, горелый. Да как быть-то? Давай так, наверное, сделаем. Да, слушай-ка, мы с тобой тут наполучаем сейчас в лицо 8, да? Ага, защита сработала. Хилку я пока тратить не буду. То есть подсолнухами, да? И у меня вообще героев нету на карте. Это не есть хорошо. Мне бы, конечно, 9 энергии. Ох бы я ему тут впечатал бы. Но не могу, к сожалению, пока. Так, значит, сделаем следующим образом. Поставим сюда рестлера. Сюда поставим Йети. Дай карту путевую, только путевую. Ух ты. Это же у нас летучие мыши. Как ее там звать-то? Вампир что это? Да ладно тебе, опять что ли хочешь? 9-5. Ё-моё. 10-6. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Это уже серьезная заявка, друзья мои. Это серьезная заявка. Так, мы его можем уничтожить, но нам нужно заклинание. Заклинание, да, значит? Так, сколько? 7-7. Так, плюс у нас медик. Плюс у нас с тобой медик. Офигеть, он там нахапал. Значит так. Мы с тобой делаем следующим образом. Я выставляю сюда
А, он же выстрелит кого-нибудь, да? Так, в общем, это 3 энергии стоит, это 5. Я пропущу ход, пускай он выставляет свои растения. Мы уничтожим с тобой сейчас вот этих вот партизанов. Ну, во-первых, здесь мы можем нанести минус 6, минус 6. Вот таким вот образом. Соответственно, подожди, а почему я не уничтожил его? Погоди, а в чем прикол? Слушай, мы же должны были нанести ему. Если он во втором ряду. Что-то пошло все не так, друзья мои. Офигеть. Это жесть. Если ты хочешь знать мое мнение, то это жесть. Ладно, если я, предположим, поставлю медика. Медика, а сюда мышей. Он опять, опять свои подсолнухи. Блин, мне вот на следующий ход дадут этого робота, и я так вжарю, что мама не горюй. Так, поехали. Ага. Ну я понял, понял, что ты делаешь. Все, ребят, ему пришел край. Ну что, поехали? Да-да-да. Но не забывай, что он может выставить после моего хода какое-нибудь растение. Поехали. Надеюсь, у него нет никакой легендарки. Иначе это будет финиш. У нас с тобой 6 хп всего лишь. Задумался, зубостизила, да? А, какой задумался, я просто... Что там у него выпадает? Уничтожает зомби... Блин. Смотри, что сделал, а. От жучара. Предположим. Но у нас с тобой еще не все потеряно. Во-первых, у нас есть вот такая карта. И вот такая. Блин, выставлять-то неохота. Вот так сделаем. Ну что же. Уничтожает зомби. Ради бога. Почему-то не стал, главное, вот этого трогать. Странно. Очень странно. Так, мои карты прокачиваются потихонечку. Прокачиваются. Так, давай мы с тобой вот так вот сделаем, наверное. И вот так. Ну, что дальше? Упс. А, ну это ерунда, ребят. Неприятно, но это не страшно. Понеслась. Остается 4 хп у него, плюс защита сработает, да? Опа, у меня рыцарь появился. Спортсмен. Давай, наверное, так сделаем. Подсолнух. Ну все, тут, ребята, по-моему, песенка его спета. Он сейчас что? Что он сейчас сделает? Ну, получит энергию, да, я не спорю. Тут у него сработает защита. Ну, а этот-то у меня добьет же. А, он восстанавливает себе здоровье. Ну, тогда да, тогда еще поживет. Тогда еще поживет. Так, еще один рыцарь у меня появляется. Ой, ну я думаю, тут, ребята, у него без шансов. Давай сделаем вот так вот. Ну что он там выставить может? Уничтожает зомби, ладно, фиг с ним, предположим. Ну все, ребят, тут понятно, да? Это я уже так трачу, что есть. И зомби наносит 5 единиц урона. Я считаю, великолепно было сыграно. Ну, а мы с вами переходим на следующий бой. И хотелось бы узнать, против кого мы будем с вами выступать. Так, вкус зомби. Выполните миссию. Ага, орех в доспехах. Собственный персона. Давненько мы не дрались с этим орехом. Давай посмотрим, на что он здесь готов. На что он способен. Так, я вот думаю... вот это вот дороговатая картишка. Вот, в принципе, вот так вот будет оптимально для меня. Первый ход у нас отсутствует, но есть зато второй. А, мы можем с тобой вот так вот сделать, кстати, да. Позвать, так сказать, ландшафт.
Хм, никого не стал вызывать. Интересно. Но, предположим, я сделаю вот так. Что он там будет мутить? Так, ну что же, получаешь 1-0? Да-да-да, ты получаешь 1-0, и мы тебя уничтожим еще. А, нет, 1-1. То есть этот ландшафт у нас, да, делает минус 1 к атаке. В любом случае распишем. В любом случае... Так, дальше. О, хорошая карта выпала. Я, наверное, пропущу здесь ход. Потому что призрака, ну, не стоит просто так вызывать. Лучше вызвать его, конечно же. Так, вот, например, здесь. Здесь будет хорошо. Так, минус 2, да? Хм. Или нам бомбануть лучше? Наверное, сделаю лучше так. Хотя, возможно... Это было глупо, возможно, ребят. Ну, посмотрим, что там в дальнейшем у нас будет выходить. Так, рыцарь. Блин, опять. Пять призрака. Ну, мне никак его, ребят, не поставить. Не реализовать пока, в данный момент. Орех тоже что-то тут. Ой-ой-ой-ой, вот это плохо. Так, мы его сюда перетягиваем, да? 3-3. Угу. Остальные копии. Ну, у нас нет никаких остальных копий. Сделаем тогда так с тобой. Так, естественно, он сейчас и уничтожит моего, как говорится, зомбика. Грустно, печально, но что поделаешь. Опачки, у меня медик выпал. Блин, медик выпал. Давай так сделаем. Никого не отхиляем. Карты какие-то у меня, ребят, слишком мощные в руке. Понимаешь, я не могу что-то нормально такое использовать. И я больше уверен, что у него тоже поуничтожим. Опа-на. Так, иди сюда. Как раз мы ее уничтожим. Да, этот кактусенок. Хотя мы не уничтожим, ребята. Мы ей нанесем 3 урона, у нее 1 остается, и она 4 мне в лицо. Но зато привидение может это легко сделать. Привидение может легко это сделать. Давай ее отсюда пшик. Вот так. И, наверное, сделаю вот так. Попробуем. Так, против амфибии есть у него что-нибудь или нету? Орех, давай думай быстрее. Угу, все-таки выкопал. Так, быстренько его сюда. Так, и мне нечем атаковать, к сожалению, его пока. Но у меня выходит рыцарь. А, вот. Даже так сделаем с тобой. А ну-ка. С этим, с безумием. Вообще великолепно. Мы уничтожим его и еще и в лицо дадим этому ореху. Если, конечно, он сейчас что-нибудь не натворит. Карта у него, конечно же, побольше, чем у меня. Ну, ты видишь, да? Он уничтожает зомби на земле. Вот так вот. Потратил газонокосилку. Я думаю, что у него там не одна еще будет. Опачки. Делает добор карт. Это плохо. Это плохо. Добор карт. Так, йети. Ну, давай, давай. Посмотрим, что карту мы получим какую. Ух ты, еще один йети. Слушай, а вот это уже шикарно. Вот это уже хорошо. Два йети. Сейчас наверняка он будет их уничтожать всякими правдами и неправдами. Потому что по картам он пока лидирует. Но ему придется либо уничтожать моих йети, либо усиливать. Ага, делает опять добор карты. Он хочет вот на этих вот олухах куда-то уехать. 6 энергии у него еще. В любом случае, если он даже заставит здесь все поле, я смогу ответочку ему, конечно, сделать. Так, он еще и хиллера сюда поставил, да? То есть 2 единицы энергии он себе восстановит. Так, еще и стенорех. Вытягивает опять карту. Это немножко грустно. Чё? 2 стенореха даже поставить умудрился.
А ну-ка, давай-ка мы с тобой 2-2, да? Вот сюда повесим. Так, ну мои йети, естественно, уйдут. Так, всем растениям, да? 4 единицы восстанавливают здоровье. И орехам, соответственно. Так, мои йети улетают обратно в карман. Ох, друзья мои, ну что, давай зачистку сделаем, да? По полной программе. Бабах! Ага. Все. Ну, естественно, ему не понравится этот зомборобот, и он будет его уничтожать. Своими кабачками или что у него там, газонокосилки. Что-нибудь да есть, поверь мне. Ну, у нас с тобой еще 2 йети. А зачем он это сделал? Я же его уничтожу с удара. Или он хочет его пробафать, не пойму я пока. Странный малый, ладно, давай. Бабах. Так. Теперь уже пора действительно вызывать йети. Кстати, мы можем, конечно, еще поставить вот эту вот защиту, но я думаю, не надо этого делать. Давай так вот. Посмотрим, что нам выпадет. Неплохо. И еще одного йети. Ой, замечательно-то как. Замечательно. У него всего 11 здоровья. То есть достаточно шибануть зомбоботу, да, и нашему маленькому вампиру. А вот это вот плохо. Вот это плохо. Так, сюда перемещайся. Отлично. Даже ничего делать не буду, просто уничтожаем их и все. Дэдэйш. И остается всего лишь 3 хп. Я раньше думал, что здесь карт можно брать сколько хочешь. Нет, ребята, здесь есть определенные ограничения, оказывается. Так, усатая эволюция. Получает плюс 2, плюс 2. Шаманство усов. Это нам пока не нужно, мы с тобой вот так вот сделаем. Раз. Я просто обожаю смотреть, когда шаман... О, еще одна легушка нам выпала. Ну это вообще красота, друзья мои. Все, у него шансов нету. Ну что он тут может сделать? Да иди ты, выставил тоже меня здесь. Смещайся давай. И все. Так, у него, по-моему, защита, да, сработает? Нет, ничего у него не сработает. Слушай, как хорошо играем, а? Последние 2 игры, 2 серии у меня вообще на изи, без напряга. Надеюсь, и до конца боя это все продержится. Так, слушай, мы можем с тобой, знаешь, что сыграть? За мозг-атаку вы просили, может быть, нам сыграть за него? Но нужно, опять же, колоду, ребята, посмотреть, что он имеет, чем он играет. Блин, у него такая, знаешь... Специфическая колодочка, я тебе скажу, если честно. Что... Ну, я, конечно, могу попробовать. Могу попробовать, правда, против кого мы там? Зубостизилы. Хотя, почему бы нет? Против нее-то мозг-атака, в принципе, должен неплохо себя проявить. Давай сыграем. Просто когда Так, тихо. Просто когда привыкаешь к какому-то персонажу определенному, да, вот ты начинаешь за него играть. У тебя очень хорошо получается. Вот это вот мне не нравится. Интересно, зубостизила начинает игру с мускулистым ростком и минус 2 картами. Никогда не знаешь, как пройдет битва с мини-боссом. Это точно. А никогда не знаешь. Давай вот сюда поставим. Так, уничтожает. Ну, уничтожай. У нас кто-то появится должен же, да? Или как тут? Никто не появился. А вот это вот немножко грустно. Сейчас будет выставлять. Будет выставлять. А растение этот будет, соответственно, прокачиваться. Хотя нет. Ему этого не видать. Так, обмен. Тупо обмен идет, ребят. Так. Потом я вызову вот этого. Будем с тобой добор карт делать. Если, конечно, он его не уничтожит. Да чтоб тебя. А как нам с ним справляться?
Давай, 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 карты, карты, карты мне тебе не главные. Да что ж ты вытянул-то? Что это за карта? Это несерьезно. О, кстати-ка, у нас тут карты танцующего зомби, который получает способность прочерк. Нам нужно его как-то задержать. Нам нужно его как-то задержать. Давай сделаем вот так вот. Так, три энергии, да? И, наверное, вот так вот. Карту. Ой, как чудно, ребята, как чудно. А вот это уже плохо. Так, ну что? Уничтожил, да, все-таки, гаденыш? Так, он все-таки уничтожил. Так, вытягиваем карту. Это на ландшафте? А, на использование сверху. Так, давай шаманство трех карт любых. Слушай, я вот так и по картам опережу. Ой, какие еще карты-то хорошие выпали. Слушай-ка. Так, мы можем с тобой сделать эволюцию, нанести 2 единицы. Блин, ну не хотелось бы, конечно, его тратить. А есть... А, у нас есть с тобой вот. Попроще. Вот так вот сделаем. Отлично. Да ё-моё, блин, опять его достал. Где ты вот берешь-то? Сколько там у нас? Создает случайно зомби, да? Который стоит 2 энергии или меньше. Ха-ха. Зомби с энергетиком — это тоже неплохо, кстати. На земле минус один, минус один. Блин, это плохо. Это плохо, друзья мои. Так, слушай-ка, нам надо с тобой что-то замутить. Если Гаргантюа уничтожает растение, так, получаем карты Гурмана. Блин, он сейчас что-нибудь тут придумает. Если я сделаю так, проскок. Или нам лучше... Так, ну это всем растениям одну единицу наносит. Так, 4, 2. Давай сделаем, наверное, с собой вот так вот. И вот так. Поехали. Уничтожает зомби, блин, да ты достал, а. Так, 2 в лицо мы получим, да, с тобой получается. Ну он тоже получит трешечку. Ага. Вот так вот. Ну, а если я сделаю вот таким образом? И вот так. 100% он должен переключиться вот на этого Гаргантюа. Так и есть. Здесь мы уничтожим. Давай, давай, давай. Поехали. У него 3 карты, да, всего лишь? Мы с тобой еще вытягиваем. Ну, давай, родной мой. А, он атаку не наносил, да? Он не наносил атаку. Хм. Так, я пока этого не буду делать. Наверное, выставим с тобой вот так. И хочу активировать вот эту вот энергию. То есть у нас будет с тобой... Опачки! Вот это уже грустно, друзья мои. Это уже грустно. Блин, все-таки достал где-то Легу, а? Где же ты ее выкопал? 6 в лицо, это, конечно, грустно. Так, вытягивает еще 2 карты. Так, бедный солдатик мой погибает. Угу. Так, смотри. Мы с тобой можем поставить вот так. И сделать эволюцию. Угу. Ну что, поехали. Посмотрим, что он сейчас, конечно. Он что-нибудь да сделает сейчас, мне кажется. Так, капусту. Опачки. Блин, вот это такое вообще тут не в тему, если честно. А ему 9 в лицо, да? Короче, смотри, что мы с тобой сейчас придумаем. Делаем с тобой вот так. Делаем с тобой... Подожди, я думал, что уничтожим. Блин, фигня получается. Ладно.
Давай. Все, мы его разбираем, ребят. Смотрите, 5 в лицо и 6. Есть. Отлично получилось. Но как-то напряженно, потому что у разгрома есть, сам знаешь, да? Отхил. Так, 50 карточек получили. Ну, по 670 уже стало. У нас еще сколько? По идее, 2 боя впереди, да? Да, 2 боя впереди. Ну что, попробуем, наверное, еще одну миссейку сделать. Ох ты, елки-палки, роза у нас тут. Сегодня, ребята, еще будет у меня серия по растения против зомби 2. Ну, я не знаю, как мы там будем с вами драться. Там жесть какая-то. Вы сами видели, да? Я попробую тактику одного из подписчиков, который попросил меня сыграть через голографический орех. Посмотрим, что у нас там получится. Так, 3-2. Я думаю, что... Ага, 3-3. Нет? Нет, почему-то не стало. 3-3. Тупо обменялись. У меня есть заклинание. Добор 2 карты. Я сейчас этим воспользуюсь делом. Так, воспользуюсь добором. 2 карты мне нужно обязательно. О, в принципе, карты неплохие. Так, энергия плюс зомби-танцор. О, вот это шикарно, кстати. Но я хочу сделать вот так. 4-4. Розе это не понравится. Она, естественно, в козла превращает. Естественно, сразу же. Но в лицо-то она все равно получит. Оу, не получит, ребята. Прикрылась она. К сожалению, она прикрылась. Так, слушай-ка, мы с тобой можем сделать сейчас одну вещь. Только вот я не знаю, стоит ли это делать. Давай, наверное, я все-таки вот так вот сделаю. Так, карту, карту мне, пожалуйста. Какую ты там мне подсунешь? Ага. Так, а вот это вот... Блин, откуда ты взял эту морковь-то, а? 5 урона. Это жестко. Надо будет сносить его нафиг. Надо будет его сносить. И мы сделаем с тобой, наверное, вот так. И сколько мы там наносим? 1-1. 1-1. Нет, я просто сделаю элементарно. Вот уничтожу и все. С прочерком. С прочерком. Так, 2 единицы урона. Окей. Поехали. Да, прочерк, ребята, ничего не сделаешь. Так, ты карту мне давай какую-нибудь хорошую только. Хотелось бы получше что-нибудь, но за неимением лучшего. Ага. Все, друзья мои, кое-что наклевывается. Сделаем так. И... Вот так сделаем с тобой. Он будет, наверное, уничтожать рикошет его, да? Так, ну этого мы с тобой забомбим. Так, уничтожать. Нам, наверное, придется, да, с тобой сделать? Давай сделаем. Раздаем. Конечно, мы получим еще 3 в лицо. Тут ничего не поделаешь. И всего лишь 9 хп остается. Так, давай, давай, давай. Минус 2, минус 2. Вот засранка эта роза. Засранка, да? Значит, делаем следующим образом. Сюда выставляем так. И сюда выставляем вот так. Поехали. А что он делает? Грибок паршивый. Так, еще и заморозку зомби. Зашибись. Короче, у него колода на прочерках. Ты понял, да? Так, сейчас мы получим с тобой 2 энергии. И я могу, знаешь, что сделать? Ага. Вот теперь сиди, думай. Либо дополнительная энергия, да? Либо... Давай астронавта все-таки поставим. Все-таки поставим астронавта. Так, раз. Два. И 3. Карту, карту, карту мне. Котел. Выпадает мне котел. Так. Мы с тобой сделаем вот сюда вот. 4-4.
И пропускаем ход. У нас есть с тобой дополнительная атака. Мы можем ее использовать. Ах ты, что ж ты делаешь? Хорошо, мы с тобой вызовем... Нет, мы уже ничего не вызовем с тобой. Что он творит, а? Блин. Ну, по идее, мне надо... сделать вот так вот. Плюс это все дело сделать через бонусную атаку. И тогда еще вот так сделаем. Три в лицо получим, да. Три в лицо получим. Это неизбежно. Так, что он там? Ничегошеньки не стал. У нее остается 6 здоровья, а у нас 4. У нас нет хила. В этой колоде вот хиллера нет. Это вот немножко напрягает. Что нам сделать? Как нам быть? При использовании зомби, да? Блин, фигня получается. Ладно, сделаем так. У нас с тобой есть котел, у нас есть с тобой дополнительная атака. Не знаю, что там у нее. Вот это хорошо. Это хорошо. Рикошет зомби, это плохо. Ну что, мы сделаем с тобой дополнительную атаку, наверное, да? Вот так вот. Так, 2, 4, 6. 6 урона, это как раз то, что нам нужно. Плюс применяем с тобой котел. Ой, шикарно. Ну что, поехали, сработает броня или нет? Сработает. Сработает, нет, не успела. Не успела сработать броня у нее. И мы с тобой выигрываем. Ну что, переходим опять к зубостизиле. Ну, возьмем уже не профессора мозг-атаку, а давай, наверное, The Mecha. Я хочу посмотреть просто, что у него там. Да что ж такое, что же вот это за глюки-то такие? The Mecha. Ну, я даже не знаю, ребят. Ну, попробуем. Попробуем сыграть за него. Против зубостизилы. Поехали. Так, начинает он с подсолнухом. Это плохой знак, друзья, на самом деле. Поехали. А, у нас зато вон что. Получается, у нас какие-то условия у обоих. Пропади ты пропадом. Зубостизила начинает игру с железным подсолнухом и плюс 10 единиц здоровья. Хорошо, что с вами сражается токсичный бесенок. А что же здесь хорошего-то? Объясни мне. Я ничего хорошего здесь не вижу. Здоровски просто. А мы вот так тогда сделаем. Нам 6 в лицо, мы 5 в ответку. Только не забывай, что у него здоровье 30, а у меня всего лишь 20. Ага, он еще и энергию здесь берет себе, понятно. Значит так. Выставляем сюда зомби. Мне кажется, этот бесенок наш долго на воде не пропляшет. Ты смотри, что творит, а? Ты смотри, что он творит. Опа-на. Так, а вот это хорошо, друзья мои. Вот это хорошо. Наносит 3 единицы и одному еще. Давай вот так вот сделаем. Один подсолнух мы с тобой снесем. Угу. Отлично. Даже 2 подсолнуха снесли. Вообще великолепно. Так, я думаю, что мы с тобой, наверное, сделаем. Вызовем сюда спортсмена. Блин, ну что ты мне за карту-то дал, а? Хотя, погоди. Хотя, погоди. Если мы с тобой вот так вот сделаем. А интересно, сохраняется вот это вот? Или просто... А, просто атака. А я думал, сохраняется еще вот это вот. Как это там называется-то? Гадость это, не помню. Так, вытягивает 2 карты. Начинается, да? С доборчиком все как обычно. Так, ну эту капусту мы с тобой уничтожим. Опа. Все зомби на земле. А этот не на земле, так что пока живем. Опа, медик выпал. Медик, вот это всегда хорошо. Давай хиляем.
Что-то мне не нравится. Затея. Карты у меня какие-то у замеха, если честно, не очень хорошие. Опять свои подсолнухи здесь, а? То есть, три в лицо, да? Нам ожидает ждать. Я смотрю, у него нету, да, никого, чтобы кто-то мог уничтожить вот этого вот малыша. А мы с тобой можем сделать, знаешь что? Вот так вот поставим. Ага. И можем сделать вот так. Две единицы есть. Я хочу кого-нибудь давануть, если понадобится. А скорее всего понадобится. Так, 6-5, да? Тут тупо обмен. Ага, даже на обмен не хватает. Поэтому нам придется еще вот так сделать. Теперь хватает. Блин, нет, не хватает, ребята. Опять придется вот так вот тогда. Вот теперь, да, смогу забомбить. Одно хп остается. Здесь я уничтожаем. Подсолнух у него выживет. Не есть хорошо, конечно, и неприятно. 10 здоровья у зубестезилы. Ау. Так, при появлении наносит, по-моему, 1 единицу урона. Точно. Давай сделаем сюда. Купидончика я пока выставлять не буду, потому что, ну, против кого? Против этого, что ли, подсолнуха? Уничтожает... Вот, смотри, созрел. Вот Хариус, а, уничтожил мне. Так, наносит 1 единицу урона. Давай вот так вот уберем отсюда. Так, тут обмен. 3 в лицо. Так, зомби. Ладно, давай сюда поставим. Купидона можно было бы реализовать, но только не сейчас. Что он там своими подсолнухами, ребят? Я не понимаю, что он творит. Подсолнухи не помогут тебе, зубостезила. Можно даже не радоваться. Ага. Так. Восстанавливаю себе 4 единицы здоровья. Тянет, друзья мои, тянет до последнего. Тянет до последнего. Так, мы можем с тобой воспользоваться курочкой. Смотри, что делает жук, а. Давай это дело упускать не будем. Так, получается 4, 7, 9 в лицо. Но все, защиты больше нет. Он уничтожает мне зомби. Ха, наивный. Хотя кто знает, что у него там в руке. Ой. Нет, не буду я пока тратить. Вот, вот, ребята, и результат. Бонгчуя мы отсюда уберем. Здесь уничтожим, да? И 2 в лицо. То есть у него останется всего лишь 2 хп. У него остается 2 хп и... Ну вот теперь уже все, ребят, скорее всего, крышка. Скорее всего, ему крышка. Даже не буду Купидона выставлять. Оу, нет, 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 нет. Да иди ты в пень, а. Ребята, вот это беда. Это огромная беда. Ну ты посмотри, что он сделал, а. Ну как так-то, блин, а. 3 единицы растению. 3 единицы растению. Погоди-ка, а почему... А, на него же не действует, блин. На него же не действует атака. Тогда мы можем еще и сфейлиться, ты прикинь? Да. Ну что же, мы с тобой тогда попробуем, наверное... Сделать вот так. И... Вот так. Поехали, ребят. Не знаю, что он там еще будет выставлять. Но это он меня, конечно, круто подколол. Подловил вообще замечательно. Да ты достал всякие подсолнухи, всякую дребудень. Где он их это все берет? Жалко, зомби потеряли. Да.
Угу. Это все бафается, блин. У нас есть король. Ну, посмотрим, друзья, что я... О, все, понятно. Тут уже нам ловить нечего. К сожалению, нам тут с тобой уже ловить нечего, потому что... Жесть полнейшая. Да, надо было все-таки брать нам с тобой разгрома, и все бы было бы у нас хорошо. Мы бы выиграли его давным-давно бы уже. Но ведь нет же. Но ведь нет же, ребята. Мы, как всегда, с вами эти... Экспериментируем все. Вот тебе эксперимент и пришел. В негодность. Да. Что нам там выпало? Зомби получает плюс 5. Этот-то ч... выжил? А как он выжил-то, ребята? Я что-то не понял. Что-то я не врубился. Его, по идее, должны были забомбить. Странно. Ну, предположим, я сюда вот поставлю, да? Но у него еще зубы стезила. Нам не хватит его подбить. Нам не хватит его подбить с тобой. 4 в лицо, да? И у нас тоже нету защиты. То есть мы с тобой тут проигрываем. Мы с тобой тут проигрываем, к сожалению. Да. Держал, держал, ну, короче, до последнего, ребята, и... Просто в конце выставил вот этот свой растение, которое выдает там легендарные карты. И две зубостезилы. С одной я еще справился, со второй нет. Поэтому Зе-мех тут, ну, не катит, ребят. Вот разгром. Сейчас посмотрим, как у нас здесь сыграет разгром. Потому что у него здесь есть легендарные карты, которые нам помогут здесь. Ну, ты сам понимаешь. Давай проверим. Так, что-то начальная рука не особо хорошая. Не особо хорошая. Так. Да я понял, понял. Твои условия мне понятны. Ну что, поехали. Так, нам здесь сделать нечего в противовес. Так, второй ход. Этот подсолнух бесявый, а. Что мы сделать с тобой можем? Ну, давай вот так вот. Будет уничтожать привидение или нет? В принципе, это в его интересах. Ага, уничтожает, да, все-таки? Так, плюс подсолнух вызвал. 3. Так, еще 5 в лицо получили. Так, сумоист. Что-то он там набрал люто себе карт, конечно. Так, и что я смогу сделать? Безумие повесить. В принципе, как вариант, можно влепить. Уничтожим этого и еще и подсолнух тот. Твою налево, блин. Придется так делать. Совсем не это хотел сделать, на самом деле. Так, хиляемся обязательно, ребят. Бамс. Как же меня раздражают вот эти вот все говнюки мелкие, которые здесь собрались. Так, спортсмен, спортсмен. Ну, выставим, например, сюда. Или, нет, лучше мы с тобой сделаем, наверное, вот так. Попробуем. Твою же налево. Да что она творит-то, а? Она достала уже, серьезно тебе говорю. Получается 3-7. Оу, тут сейчас урона мы получаем целую кучу. Да, уже больно круто. Он вытягивает две карты себе. Как вот здесь, извини меня, быть? У меня еще есть, конечно, есть защита одна, но... Сам понимаешь,
Она мне вряд ли поможет. Сволочь со своими подсолнухами с этими, а. Если я возьму сумоиста. Зачем мне сумоист? Как прикрыться? Вот скажи мне, вот как тут прикрыться? Давай поставим сюда спортсмена. Угу. И, например, сумоиста. Вот сюда вот влепим. Давай попробуем так, что ли. Как ты заколебал, а? Ну, вот серьезно говорю, с этим подсолнухом. Все, ребят, тут фейл тогда получается. Тут тогда получается у нас фейл. Ну и куда? Сюда, назад. И что мне тогда? Мне сейчас урон нанесут. Кого я могу здесь убрать? Ну вот этот, если я даже уничтожу его, все равно это не спасет, ребят, ситуацию. Совсем никак не получается, да? Очень много энергии себе набирает. Очень много. Так, этот 6-5. Да у него, как всегда, есть что ответить. Уничтожение какое-нибудь, да? 100% у него будет. Сейчас зубостизилу влепит, да и все. Ну, тут понятно, друзья мои. Тут проигрыш. Чё-то он совсем по другой тактике начал работать. Ты понимаешь, о чем я, да? Совсем не то. Обалдеть. Да. Хорошо. Раз не получается у нас разгромом, попробуем тогда этим. Вот этим парнем. Супермозгом. Так, надо вначале посмотреть колоду. Давно-давно за него не играл. Так, у нас есть усы морозные, кстати. Они нам очень могут пригодиться. А почему я их здесь не брал? Хм. Слушай, а зачем мне столько... Вот это вот... Ладно, менеджер пускай остается. Вот это вот зачем столько много у меня? А так... Двойных я не понимаю. Ну что, попробуем, друзья мои. Или же, если не получится, нам придется опять с вами идти за... за мозг атаку воевать. Он со своими доборами карт уж быстро тут сделает дела. Так, попробуем. Вот это вот пока лишний будет. Вот, он в принципе нормуль. На старт, внимание, побей босса. Да, я понял. Так, мы с тобой можем тупо пропустить ход и сделать следующим образом. Вот сюда вот. Переместить зомби и сделать атаку. Хопа, чтобы никакого подсолнуха его там не было. Чтобы никаких доборов, ё-моё. Так, отлично. Ага, дальше мы с тобой что сделаем? Мы можем призвать курицу и призвать ниндзю. Смотрим. Ага, все-таки вот так сделал. Уничтожил, да, мне ниндзю? Ладно, погнали. Так, дальше кого будем призывать с собой? Можем вот так вот сделать. Можем сделать с собой вот так. Так, он еще один, да? Горохострел огненный. Так, ну тут обмен. Еще 4 в лицо он получит. А мы с тобой защита. Так, эта карта хороша, пригодится на потом. Пока ее трогать не будем. Так, у нас с тобой есть 1-1 при нанесении урона герою. Ну, слава богу, он, по крайней мере... Ах, все-таки выставил. И только хотел сказать, что он, по крайней мере, он не вызывает эти подсолнухи. И вот, на тебе.
вызвал его таки, а? 4 единицы здоровья восстанавливает себе. Так, этот мы уничтожаем. А вот дальше как нам быть с этим подсолнухом? Вот меня вопрос какой интересует. Пошел, пошел добирать энергию, а? Так, перемешиваться наугад. Мы можем, конечно, с тобой сделать вот так. По крайней мере, они становятся все целыми. То есть у этого становится 4-4. Так, смотрим, что он там будет делать. О-хо-хо-хо. Друзья мои, мы с вами сейчас потеряем бойцов. Вот этот отряд весь потеряем. Ну, зубостизилу я смогу уничтожить. Поехали. А, мы зубостизилу и так уничтожим с тобой. Смотри. Все, она сдохнет сейчас. Хе-хе. Так что мы сохранили здесь все. И очень даже хорошо, ребята. Это очень хорошо, потому что я вызываю еще надгробие. И становятся у нас эти ребята опять целыми. Потому что они меняются в рандомном порядке. Ну и что же, он еще одну зубостизилу? Ну конечно же. А ее-то я как раз уничтожу, друзья мои, с помощью вот этого заклинания. Так. Ага. Отлично. Зубостизила, иди отсюда. Погнали. Ох, сейчас она получает-то он урона. Так, броня. Вытягивай две карты. Ну, это понятно. Вытягивай. И остается всего 4 хп. Мне почему-то кажется, что тут без вариантов, ребят. Ну, есть, конечно, у него нет какой-то супер-бомбы там, которая может уничтожить всех зомби. И на земле, и на воде, и на поверхности. Но он может прикрываться подсолнухами, да? Подставлять их чисто на мясо, на убой. Да. Все, он проиграл. Он проиграл, ребята. А я могу нас всех поздравить с очередным отличным прохождением миссии. То есть мне кажется, что мы с вами, наверное, выполним все задания за зомби. А уже потом нам придется возвращаться к растениям, где у меня просто подгорает по-черному. Неудержимый капитан Огонек. В общем, в следующей миссии у нас будут битвы с огоньками. С капитаном Огоньком. Так, Хатаранг. А кто мне писал? Хатаранг, да? В рейтинговом бою. Что я занят? Вот, я понимаю, человек спросил, занят? Нет, все, отлично. Так. Это что у нас такое? А, понятно. Ну что, дорогие друзья, на этой ноте мы с вами будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!